Всем привет! Сегодня я бы хотела поговорить о современной моде и о том, во что она превратилась. Я не буду высказывать какие-то осуждающие рассуждения о том, как плохо следовать любым модным веяниям, скупать модные новинки, тратить большие суммы денег на ненужное барахло. Дело не в этом, и разговор будет не об этом. Дело именно в том, что сейчас в моде нет никакой свободы, нет стиля совершенно, и за всем кругом стоит коммерция. Любые фотосессии любого бренда — это постановка, иллюзия и просто попытка навязать нам какую-то новинку или тренд. За этими рекламами и фотосессиями не стоит никакой философии, никакой концепции и никакой свободы. И я сейчас говорю не только о брендах, связанных с панками, неформалами и так далее. А всяческие H&M и Zara тоже под это подходят. В одном из видео я уже говорила, что для меня стиль имеет очень большое значение. Но лично я вижу стиль в человеке, который оделся на рынке, но оделся классно, и полностью не вижу его в человеке, который стоял в очереди за кедами от Kanye West. Если есть знакомые, которые занимаются выпуском собственной одежды, или просто есть действительно компании с философией, которая тебе близка, которая полностью тебе подходит, то, конечно, я за то, чтобы это все поддерживать, пользоваться, одеваться и помогать. Но все должно быть осознанно. А ведь это такая редкость, потому что обычно люди просто не парятся. Они видят картинку, они хотят так же. Просто людям, за которыми я наблюдаю, с которыми контактирую как-то. Я замечаю постоянно, что людям не хватает уникальности, ощущения уникальности. У них из-за этого зачастую занижена самооценка, какие-то комплексы, переживания о ерунде. А ведь дело просто в том, чтобы чувствовать себя не модным и не крутым, а уникальным, неповторимым, красивым. Выбор — это действие. Нужно верить в то, что ты делаешь. Нужно осознавать, какой выбор ты совершаешь. Это были мои серьезные рассуждения на тему шмоток. Потому что одежда — это всего лишь ткань, всего лишь шмотки. Не нужно ее переоценивать. Ни один логотип не сделает вас круче и интереснее, если на самом деле вы тухлый человек. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.